Кто-то может сказать, а вот не надоело ли вам, господа, ездить на элитных корейских внедорожниках? Я скажу, нет, не надоело. Кроме всего прочего, я это делаю практически каждый день. Потому как, ну, приобрел себе Сангьянг. Тот, кто не знает еще, езжу я на Сангьянге Актионе, экшене. То есть опыт общения и тест-драйв, вряд ли вам кто-то больше что-то расскажет. Так вот, я вам расскажу. Давайте сначала начнем с того, что почему эти автомобили являются элитными корейскими внедорожниками. Тут все просто. Давайте начнем перечислять. Климат-контроль по умолчанию. Есть возможность включить и выключить Hill Down Assist. Пошли, да, опции. Есть возможность сложить зеркала. Есть возможность отключить ESP. Есть возможности магнитолу управлять на руле. Есть возможности в ручном режиме потыкать коробкой автомат, пятиступенчатый, кстати. Есть возможности включить пониженную скорость и межосевую блокировку дифференциала. Задний дифференциал вгрызается потому, как, извините, неразрезная балка и самоблокирующийся дифференциал. То есть возможности потягать что-то, это есть. Так, теперь понятно, да, почему элитный корейский внедорожник? А, нет, еще добавлю. Еще электроприводы сидений. И вообще, я вот не совсем понимаю Мерседеса. Вообще его не понимаю. То есть S-класс, понятно, да, без вопросов. Но, по-моему, он ориентирован для водителей. Иначе для чего там три функции запоминания водительского и пассажирского сидения? Хозяин должен за рулем ездить такого автомобиля. Что новенького в этом Кайроне? А новенькое, наконец-таки поставили двигатель. Двухлитровый турбодизель. С замечательным крутящим моментом. 310 ньютонов на метр при оборотах начинается 2500. То есть машина подпинывает вас. Теперь из собственного опыта общения с корейскими внедорожниками. Что на них делать не рекомендуется? Но не рекомендуется все-таки вам краску мять на бездорожье. Не рекомендуется вам, ну, залазить в глубокие ручьи. Можно водички хапнуть. Хотя, тогда, когда я хапнул водички, извините, спасибо Дрэпу, и спасибо страховой компании «Северная казна», и спасибо Сангьянгу, двигателем гидроудар не получил. Так, кое-что поломалось, но это по мелочи. Теперь, как можно стимулировать ваше внимание к этим автомобилям? Ну, теперь уже автограду слово. И вот автоград до конца ноября вам предлагает при покупке Сангьянг Кайрон скидку 40 тысяч рублей. А при покупке Сангьянг Рекстон скидка до 50 тысяч рублей. Что надо на эти деньги сделать? Ну, в принципе, можно смотаться в Египет. Там сейчас просто замечательно. Можно смотаться в Турцию, там не менее замечательно. А у нас наступает осень. Но можно прикупить себе комплект зимней резины. И еще останется, кстати, на очень полезные опции. Допустим, антигель. В автограде он тоже продается. Теперь про другого дизелиста, который сейчас стоит вообще смешных денег. Я вам скажу, что все-таки нам надо потихоньку обращать внимание на пикапы. Сангьянг Актион Спорт. Так вот, этот автомобиль сейчас, ну, в самой простой комплектации. А зачем вам там нужна полная комплектация? Он стоит 590 тысяч рублей на раме, да? Хороший трудовой диагоработяга. Теперь, где располагается автоград? Ну, Марджани-Дей. Сангьянги живут там. А покупаются и эксплуатируются в городе Магнитогорске. Ну, вот, к примеру, моими руками.